Привет! 7 утра, и мы едем на интересную съемочку. Вот. Будет все дорого и богато, большие коптеры, вот. Камера 360. В общем, кому интересно, смотрите. Привет, друзья! Вот мы едем на съемочку. Мы будем сегодня летать на камере, на коптере Matrix 600. Вот, это большой коптер, 6-винтовой. Вот, на нем будет прикреплена камера Insta 360 Pro. С моей стороны будет мой оператор. Он будет выступать в качестве помощника, ловца коптеров. Вот, Никита, привет! Вот, и будет сегодня там люди, представители непосредственно заказчика, вот, те исполнители, которые будут делать этот проект непосредственно, вот, ну, такая длинная цепочка, и достаточно сложная. Через 600 метров на светофоре поверните направо. Ага, вот, и Федор Бондарчук с нами еще. Я тебя хочу предупредить, я записываю блог. Ох, ох, круто. Так, сейчас мы повернем ее немножко. Представься. Так, меня зовут Александр. Занимаюсь съемкой 360 видео. Очень давно. Вроде как получается. Ну вот, а мы, так сказать, поднимаем это видео на высоту, да? Да. Никита, оператор, появился. Здесь появился. Вот. Он сегодня выступает в роли ловца коптеров. Вот. Будет ловить его. Так, вот мы и приехали на место съемки. Та-да! Сюрприз, что мы будем снимать. Вот. Может быть. Если погода позволит. Вот. Она, конечно, была отснята вдоль и поперек. Вот, ну такого еще просто никто не делал. Вот, поскольку у меня сегодня на съемке присутствует мой оператор, Никита, еще раз, добрый вечер. Какой добрый вечер, просыпайся. 9 утра. Ну и прежде чем поднимать монстра нашего, мы поднимем маленького жучка, посмотреть верхнюю точку. Сейчас будет вас снимать, меня снимать. Оператор? Надо где-то вот стоять вот здесь, чтобы у нас, если мы станем вот сюда, мы когда будем опускаться сюда, нас перекроет. Да. Ну вот смотри, нам не нужно прямо на землю, да, опускаться, то есть, ну как бы. Какой он огромный. Жесть. Так, это у нас оп, упала. FPV камера. Импровизированная. Крепление у нее такое же импровизированное. Нетривиальное крепление камеры. Вот, камера идет. Так, сейчас. Последняя установочка. Все, ты закрепил? Да. Все, запись. Запись есть? Да. Так. Все, отходим. Я перехвачу. Просто поднимаемся на высоту башни, на 400 метров. Висим, да, а потом просто летим без подъема. Да, давай чуть-чуть влево кадр. А, погоди, у нас же 360 насрать вообще, да. Хорош. Ближе нельзя. Что,
свидания. Да, давай там. Хорош. Хорош. Поднимаемся хорош. Выше, да? Насколько да. Выше? Ну вот на уровень башни. То есть на уровень башни, 400 метров. 450. Ух, посмотрим, как там будет. Слушай, ну тут как бы нужно понимать еще факт, насколько там полно обзора, то есть да, по высоте, чтобы было видно город. Потому что чем выше мы поднимаемся, тем у нас горизонт опускается. Чем это надо так учитывать? Поэтому я бы не стал на 400, я бы поднялся на 320. 350, давай 350 поставим. Оно просто, знаешь, как бы у тебя будет ощущение. Так, 350, здесь висим минуту. Или вот так. Да, висим. Если мы это дело еще, прикинь, да, экстраполируем на шар, да, то есть она будет еще, ну, она меньше, еще меньше. Еще меньше будет, да. То есть надо... Она будет меньше, она будет уже. Надо подлетать к шоссе. Подожди, если вы натянете это на полусферу, то она чуть ближе станет. Да, она станет чуть выше, получается, но при этом тоньше. То есть мы вот это дело, так натягиваем на сферу, понимаешь, да, по горизонту. Ну, как раз да? Вот если... По вертикали тоже, она как бы чуть вытянется на экране. А по ширине она шире станет. Вот, а на самом деле технические особенности какие? Ну, то, что есть определенный подвес, да, он сделан, ну, handmade, вот, установлена FPV-камера, да, в качестве курсовой, это используется просто GoPro, и идет Lightbridge, который идет Lightbridge через контроллер, и картинка идет на подвесе. Вот, в принципе, сколько килограмм это весит камера, ну, я не знаю, килограмм, наверное, 3. Вот, можно сделать уверенных 2 вылета по 8 минут. Вот, на сете батареек. Так, ну что, мы поснимали. Поняли, что мы ошиблись в выборе локации. Вернее, мы не ошиблись, а мы выбирали локацию. Точку. И эта точка не совсем нам подходит. Вот, это все можно сделать с территории Ларта-центра. Поэтому сейчас мы перемещаемся туда. Снижаться и по дуге заходить. Ну, визуально лизнули ее так. Да, 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 да. Потому что иначе с нее если спуск, это будет просто диагональный спуск вообще просто вот так. А так, чтобы хоть чуть-чуть было. Хоть немножко поспирали. Так, ну сейчас настраиваем. Единственное, что нужно тут поменять возврат домой, поставить максималку 500 метров. Из-за чего? Из-за того, что у нас башня она выше, сколько она, 462 метра, да, насколько мне не изменяет память. Вот. Ну и в принципе все, мы готовы. Саш, как у тебя камера? Все готово. Thank you.
комментарий. Ну, отлетали. Вот, сейчас посмотрим, все ли у нас правильно по нашей траектории. Вот, я думаю, что еще слетаем. Ну, в общем, будем летать до нужного момента. Отснялись мы в Лахте-центре. Съемочка, конечно, была еще та. Вот, как всегда, сопряжена с потерей связи, с потерей спутников. Но все закончилось благополучно. Скажем до свидания охраннику. Ребята скажут пару слов. Что, получилось? Парни, сделали то, что хотели? Или я не думаю, все? Да. Я не знаю, с вертикальным взлетом. Вот эти подлеты, я уверен, что все хорошо. Ну вот, да, единственное... Это... Если что, посмотрим, я думаю, переснимем тогда на обычную высота. Камеру широкого угла. А где машина твоя? Здесь все, стоп. А, вот. Вот. Да. Вот, там все, еще... тогда... Спасибо, все, был рад спасибо. Познакомиться. Взаимно. Надеюсь, давайте, не ребятки. Последний раз. Еще да. Поработаем обязательно. Спасибо вам, ребята. Счастливо. Счастливо. Вот на такой минорной, или это мажорная? Минорная, да, нота? Мажорная. Хорошая нота, мы заканчиваем.